Ой, вот здесь. Да, вот здесь буст, прям буст, включай, включай, включай. Нет, включай. нет. Опа. Вот, включай, все, включай. Все, погнали. Ай-яй-яй. Ускоряемся. Ускоряемся, ускоряемся, На полной скорости. Отлично, отлично, ребята. Защита улетела. А вместе с Тайвилдой вдогонку. Да, вместе с Тайвилдой вдогонку прилетела. Машина прям какая-то стала овальная, непонятная. Какой-то... Как субмарина, ребята. С пропеллером маленькая, да? Да, реально похож на подводная лодка. Прям на две бочки, прикинь. Вообще. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал. Нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Detol, и мы с вами играем в игру I'm to Die 2! Ребята, всем привет! Команда Detol, зомби-апокалипсис! Мы летим на машине и разбиваемся в пух и прах! Слушай, я не понимаю, а что, началось все заново? Почему? Нет, просто заставка. А, нет, все нормально. Ты что, 16 дней уже проиграли. Ребяткам так нравится, лайки ставят. Ребят, ставьте лайки. Если хотите, чтобы серии выходили чаще, ставьте лайки. Чем больше лайков, тем чаще выходит серия. Кстати говоря, у нас есть 55 тысяч, мы можем что-нибудь проапгрейдить. Будем? Оу, конечно. Смотри, движок, наверное, надо. Самое давай, основное, давай, да? Давай, двигатель проапгрейдили. И погнали уже! Поехали, ребята, наша машина приобретает мегавид. И, кстати говоря, как только мы дойдем до конца этого левела, у нас откроется новая полицейская тачка. Давай, закарабкивайся. Ой, очень плохо, ребят, что-то застряли здесь совсем, перевернулись еще. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего, сейчас мы где-нибудь напрямую выберемся и включим наш бустик. Бустик включим, ребята. Сейчас, подожди, не здесь. Не здесь, не здесь надо было. Надо было, вот, надо было, да, там. Вот. Может, здесь нормально будет, да! Неплохо! Просто супер, ребята! Конечно, Элсам нету, но все равно. Элсам! Ой, ну давай, закарабкивайся! Сейчас бахнет! Не бахнуло, ничего себе! Слушай, как так-то? Закарабкиваемся, ребята, давим зомбаков! Наш водитель уже сидит просто практически оголенный! Вместе с зомбаками, считай! Да, смотри, вот, кабина отлетела, он просто на сиденье с рулем. Ах, буста нет, жалко. А вот в буст, ребят, слушай, ну у нас нормально так топливо. Хватает? О, как все вот это взрыв, ребята. Был, а? Вот это да, все, out все. Of fuel, мы застряли. Ну, кстати, почти так же, как и в прошлый раз. Реально, в принципе, так, нет, но спасибо. Нет, спасибо. И смотри, что-нибудь так, будем апгрейдить? Так, трансмиссию проапгрейдим. Так, вот это, или да? Или буст. Нет, давай трансмиссию. Давай, да. Дальше следующий, мне кажется. Ну, я думаю, надо по порядочку вот так все. Да, согласен, все потихонечку, равномерно будем апгрейдить. Так, ну что, поехали. Бустик будем использовать там на крыше, это точно. Да, было там очень неплохо. Опа. Вот здесь главное залететь. Вот, да. Хорошо, залетели, ребята. И сейчас по верхней локации вот этой. Нет, по верхней не удалось забраться. Ну, ничего страшного. Здесь мы постоянно проходим. Вот сейчас крыша одна, проезжаем. Здесь запрыгиваем. Ой, не запрыгнули. Да ладно, не запрыгнули, прикинь. Слушай, тяжелые стали мы, походу, тяжелые. Да, из-за трансмиссии, я не знаю почему. Ну да, ну видимо, ну слушай, баланс, да, увеличивается мощность. Самое время буста! Оу, ничего себе! И неплохо, кстати говоря, получилось. Вообще неплохо, кстати. Пролетели, ребята, все разбомбили, даже машина практически жива. Ну, кривенькая немножко. Ну, ничего, нормально. Так, в тоннельчике. Так, в туннельчике здесь мы подзастряли, надо, кстати, его бы проходить. Ой-о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 й-
взрывать, ребята, надо взрывать. Эйпсон! Кстати говоря, мы сейчас прошли побольше, да? Мы побили рекорд, кстати говоря. Побили, это хорошо. Да. И движемся напрямую к нашей новой тачке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри. Половинку, да, уровня? Да, 57 тысяч, ребята, вот это круто. Так. Так, чтобы нам проапгрейдить, давай буст. Давай буст, хорошо, 27 тысяч заряжаем. Да, два раза проапгрейдили. Ух ты, теперь как мы будем бустить, а? Запустим, ребята, по полной. Да, тачки нам не хватает ускорения в начальном, вот, надо было здесь, на самом деле. Подбустить немножко, подбустить, да? Да-да-да, будем знать, ребята. И, кстати, сейчас будут крыши там дальше. И там надо будет подбустить и залететь на крышу, и буст прям по максимальному заюзать.
Ой, вот здесь. Да, вот здесь буст, прям буст, включай, включай, включай. Нет, включай. нет. Опа. Вот, включай, включай. Все, погнали. Ускоряемся. Ускоряемся, ускоряемся, ускоряемся. На полной скорости. Ребята, что-то было мощно очень. Нам бы еще вон там наверху бы поехать. А мы там еще ни разу, да, не ездили? Да, ни разу, не хватает нам прыти. Но там надо просто вверх подлететь очень мощно, чтобы запустить, короче. Опа, о, хорошо, сейчас подзорвали, так подзорвали. Да, за бочки, ребята, нам неплохо так дадут бонусов. Еще, смотри, как красиво было, какой взрыв эпичный. А здесь нет, не получилось взорвать эту бочку. Да, не получилось, но тем не менее мы под... Ой, хорошо так. Хорошо, в дырку, прям, да, вошли? Да, прям в аккурат, ребята. Так, и мы бьем рекорд уже свой? Да, и очень сильно, кстати говоря. Отличненько, хотя замялись там в какой-то момент. Да, 64 тысячи, ребята, и давай что, что у нас, еще буст есть или фьюил? Слушай, давай наш... Накопим. Защиту, думаешь, да? Да. А вроде как мы не взрывались, ну и ладно, пусть будет. Пусть будет, ребят. Опа, о, смотри, видел, так как приросло что-то сзади. А спереди тоже, смотри, и какой спереди? Мощный. Слушай, круто. Видите? Наш мороженщик становится все мощнее и мощнее. Да это какой-то, я не знаю, пикап, убийца стал, не пикап, а ос уже. Как вы, а ты разобустил? Да, да, чуть-чуть буста использовал, но надо вагон, было... вагон-убийца, ребята. Опа! А, да, ломается вот под нами доска, и поэтому мы не доска, заезжаем. Да, доска, ломается. Да, ломается. Ну, ничего страшного, ничего. Бам-бам! Бывает, ребята, бывает. Разносим! Хоу! И вот здесь вот. Вот это мы подлетели, а! Четко было. Вот это круто! Слушай, а раньше мне казалось, что у нас какая-то пила впереди, а теперь... А она просто отлетела. А, она уже все отлетела? Ну, конечно, на такой скорости этой пилой она прям в щепки разлетается. Здесь хорошо, удачно разлетела. О, ты видел, прям, да, прям прыгнул вместо с нами. Как будто наш Ой-ой-ой-ой, рвануло прям под этот. А смотри, защита наша отлетела тоже, железная. Ага. Ну, ничего страшного, ребята, все равно вырываемся, отлично здесь подъехали. Но мы, кстати говоря, облегчили себе вес за счет этого. Да-да-да, и теперь у нас машинка прям очень хорошо подлетает. Опа, да? Ты видел, как... Сальто! О, как красиво, ребята! 63 тысячи. Так, я знаю, что думаю? Ну? Надо бы нам или вес понизить, или пушку купить, еще одну какую-нибудь. А мы пушку еще ни разу не покупали за 80 тысяч. А, кстати говоря, 80 тысяч. Давай так, накопим, что сейчас накопим. 8. Да, пушку давай, чтобы взрывать все подряд. Да, это будет круто. Так, запустим немножечко. Да, вот здесь вот. И еще надо там чуть-чуть запустить будет. Ай, ну, давай, давай. Давай, да, давай, слушай. Давай. Ну, а потеря была в разломе, да? Да. Ребята, что это творится вообще? Воу, вот это мы плюхнулись, так плюхнулись. Да, вот это, смотри, у нас прям все отлетело, мне кажется, и вентилятор, все, и защиты. Что можно. Ребятки, такая задорная игра, ну просто супер. Реально, давно не получали такого удовольствия, если честно. Не, конечно, все игрушки, которые мы играем, классные, но от этой почему-то... Ну да, какая-то она такая ненавязчивая и... И достаточно драйвовая. Это точно. Бам, взрыв! Вот это да, ребята, вот это да! Вот это, как всегда, здесь, да, подпрыгивает вместе с нами. Нам бы вот по верху бы проходить, мне кажется, там бы намного быстрее, там нету препятствий никаких. Да, да, и там было бы немножко полегче, согласен. Да, и запустить бы там хорошо. Ой, ребята! Но мы буст вначале юзаем еще. Ну да, здесь видишь... Папа! Здесь ой, хотел сальтуху сделать. Здесь тоже по верху бы, да, пройтись было бы неплохо. Согласен. Итак, так, мы наконец-то... пушка, ребята! Пушку за 80 тысяч покупаем. О, кстати, даже 50. Можно еще раз купить ее. А, давай! Двойная пушка, что у нас? На крыше, ты смотри, это пулемет какой-то, огромный пулемет. А, смотри, у нас патроны появились, да? Да ладно. Да, а как стрелять, интересно? А, она сама стреляет. Да ладно, зомбаков убивает? Да, прикинь. Не знаю, толку от этого, конечно, есть или нет. Да, но здесь не получилось поверх, к сожалению, пройти. Опа, зато вот здесь неплохо. Давай, буст! Буст! Вау! Отлично, отлично, ребята! Защита улетела! А вместе с Тайвил, да и вдогонку! Да, вместе с Тайвил вдогонку прилетела. Машина прям какая-то стала овальная, непонятная. Какой-то... Как субмарина, ребята! С пропеллером маленькая, да? Да, реально, похоже на... Подводная лодка. Прям на две бочки, прикинь. Вообще! Слушай, ну она живет, кстати. Нормально. Еще живет. Мы еще есть порох в пороховнице. Да, это точно, это точно. А что, наша пушка больше не стреляет? 10 выстрелов и хватит, типа?
Ну вот так, да, все патроны. У нас 22 вообще было патрона. А, 22 даже патрона. Даже 22 было. Хоу, сальто опять хотел сделать эпично, но получилось не ну, очень. Ну, еще тяжелая, мне кажется, машинка у нас. Ну что, мы побили наш рекорд или ну, нет? Подбиваем рекорд. Да, побили? Да. Отлично. 69. 60. Смотри, какая там tape to share. Можно было фотографию взрыва нашего огромного. Ух ты ж, на тебе, да запостить. Ладно. Может быть, двигатель или буст, что мы там можем? Так. Слушай, а давай вот 100 тысяч накопим и... Колесики возьмем. А, вес понизить? Да. Вес точно надо понизить, ребята. 100%. Воу, погнали! Поехали. Слушай, у нас опять 22 патрона. От чего зависит количество, я даже не знаю. Так, вот, так, здесь, здесь... Не получается. Жалко, ребята. Да, там поверху хорошо идет. Смотри, вот здесь надо наверх точно залезать. Так. Еще наверх. И вот здесь еще наверх надо... А слушай, как там наверх? Ой-ой-ой-ой. Обратно нас откинуло, ты представляешь? Вот такого у нас еще не было. У нас опять субмарина. Воу! Бам! Неплохо, неплохо. Жалко, ничего не дают за наши... Сальто, да? Ох, ты видел, как он расстрелял зомбаков? Вообще четко прям. Слушай, а да, зомбаки, кстати говоря, нас тормозят, да, получается? Да, получается, они нас притормаживают. А все, пушка? У нас больше нет оружия. Оружия нету, странно. Можно бы где-нибудь патроны бы... опять этот момент крутой, ребята. Если бы их можно было бы подсобрать где-то, да, это было бы круто. Это точно. Опа-на, еще! Отлично, отлично, ребята, идем просто срываем на максимуме. Срываем все подряд, что только можно. Шикарно, вот здесь мы в дом красиво прям так залетаем, да? Да, мне тоже нравится этот моментик, очень эпичный. Так, опа! Зомбак и out of fuel, ребятки. И все. Так, ну что же, ребятки, мы к игре сейчас просто сделаем апгрейдик. И... уже в следующем видео, ребята, будем облегченные, еще круче будет. Все, у нас следующая машинка откроется. Кто у нас там, полицейская, да? Вот она! Я надеюсь, что она откроется, хотя здесь написано available in a full version. Посмотрим. Вам огромное спасибо за просмотр. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Да, ребята, команда Detol была с вами. До скорых встреч в новых видео. Пока!